Сегодня у нас заключительный курс «Шаги к себе». И сегодняшняя медитация будет, скажем так, серьезная. Да все медитации были серьезные. Что я хочу еще сказать? В общем-то, сегодняшнее занятие – это подготовка к этой медитации, а затем мы сделаем саму медитацию. Вот мне говорят, что не совсем как-то так стою, людям плохо видно. Теперь нормально? Хорошо. У нас здесь присутствуют люди, но они не хотят появляться в интернете. Это их желание. Поэтому, в общем-то, я как бы веду курс и с ними, и без них, с вами. И для вас. Ладно, мне тоже нужно войти в энергию. Давайте влазим и сделаем эту интересную медитацию. Для начала хочу сказать, что тема сегодняшнего занятия, тема сознания, его можно представить как яблоко с двумя половинками. Итак, глубоко вдохнули в себя. Выдохнув, представьте, вы стоите на берегу бескрайнейшего океана. Голубо-белого цвета. С яркими солнечными бликами на воде. Вы стоите на берегу. Снимите одежду, сомнения. И бросьте ее стежно на берегу. Снимите одежду повседневной суеты, беготни, организации и положите ее здесь на берегу. Снимите также одежду незнания, неумения, недоверия. Положите здесь на берегу. Если вам приходят еще какие-то виды одежды, снимайте их и ложите. Они не понадобятся вам, только будут мешать в сегодняшнем занятии. Сверху на вас опускается новая одежда, светящаяся с новой информацией, с новым воспринятием сознания. Оденьте ее, пожалуйста, и войдите в безбрежнейший океан информационного поля. Напишите на нем сегодняшнее занятие осознания себя. Сочетание логики и интуиции. Сочетание земного и космического. Растворитесь в этой энергии. И глубоко вдохнув в себя, выдохнув, открывайте глаза. Ну, теперь можно начинать. Я изначально взяла эту, все вернулись. Глубоко вдохните в себя,
И выдохнув, вернитесь сюда, к нам. Сегодняшнее занятие посвящено сознанию. Наше сознание представляет собой такое похожее яблоко. Поэтому я и взяла эту картинку. Оно также разделено, и мы представляем собой